Вы смотрите обзор товара «Скамейка Чугунная Хутор». 2,0 метра, 3 опоры. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Срок исполнения от 5 дней до 3 месяцев, уточняйте у менеджера. По 100% предоплате. «Скамейка Хутор» – одна из самых популярных моделей нашего ассортимента. Эта скамейка установлена в городе Сочи на курорте «Роза Хутор», оттуда и название этой замечательной скамейки. Это один из тех товаров, которые мы предлагаем персонализировать путем нанесения вашего логотипа или любой надписи на литые чугунные опоры. Изящность и ложная простота дизайна в стиле минимализма позволяет установку в любых местах, от садового участка, до сквера, парка или центральной улицы большого города. Мы вам рекомендуем обязательно воспользоваться возможностью персонализации. Ведь чугун – один из самых долговечных материалов, и он запомнит надолго название вашего парка или улицы. Лиственница лучше, чем сосна. В производстве чугунных скамеек мы используем лиственницу. Скамейка имеет дополнительную защиту от раскачивания. Материалы. Опора – чугунное художественное литье. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, черный плюс бронзовое патинирование. Сиденье и спинка, брус, ангарская сосна, лиственница. Вариант исполнения, композитные материалы, различного сечения. Огнебезащитные пропитки плюс тонировочный состав с антисептиком плюс 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура, оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, серебристый. Возможность использования потайной, скрытой фурнитуры. Технические характеристики. Габаритные размеры. Высота – 710 мм. Ширина – 530 мм. Длина – 602 мм. Детальные размеры. Высота сиденья – 420 мм. Ширина сиденья – 400 мм. Длина посадочного места – 602 мм. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.